Итак, давайте на смарт-часы попробуем наклеить защитное стеклышко. В общем-то, неважно, какие часы. В данный момент это часы Amazfit GTR 3 Pro. Стеклышко защитное с Алиэкспресса. Вот такой конвертик приехал. Значит, внутри содержится вот два экземпляра стеклышек. Влажная салфетка и невлажная. Два комплекта. Ну, по количеству стекол. Давайте сразу отбирать один комплект. Один прятать. И защитные, то есть эти скотчеобразные наклеечки для удержания стекла по центру, там для сбора пылинок и так далее. Значит, я всегда начинаю, будь то смартфон, будь то часы, если клеится пленка или стекло, неважно. Беру влажную салфетку для оргтехники или для экранов. Они одного содержания. Вот и начинаю с протирки просто банально влажной салфеткой. Значит, с экрана надо удалить все остатки отпечатков пальцев, жира, грязи. В общем, стекло должно быть чистое. Ну и желательно без следов пыли. Потому что любая пылинка, которая попадает под стеклышко или под пленку, она не дает плотно прилегать защитному материалу к экрану, и создается эффект такой, ну, не эффект, а по сути плохого прилипания. Сейчас возьмем родную салфетку для финального протирания, та, которая идет в комплекте. Так. Все это она брали. Теперь вторая, по идее, салфетка должна быть сухая. Да, так и есть. Вторая салфетка сухенькая, она впитывает в себя все остатки того растворителя или жидкости, которая пропитана первая салфетка. Все. Так, на блик света обязательно посмотреть на наличие или отсутствие пыли. Все, вроде нет. Достаем стеклышко из защитного кейса. Вот этими штуками я скорее пользоваться не буду. Можно попробовать взять одну. Сейчас так и сделаем. И из нее мы сделаем просто держалку стекла по центру. Я обычно вот такие делаю фокусы. Некоторые это делают присоской. Если есть маленькая присосочка, можно присоской, можно и скотчем сочинить. Вот такой держатель, чтобы был. Вот, значит, это стекло, как и любое другое стекло, содержит заднюю защитную пленочку. Ее надо аккуратненько снять. И теперь прицелиться четко по центру экрана, прицелившись. Опустить ровненько по центру. Сейчас я одену очки, чтобы ближе посмотреть на сие чудо. Да, похоже, с первой попытки посадил четко по центру. Теперь эту пленочку можно снять и пальцами от серединки на края сделать эффект притирания вот такой. Все, я часы выключил перед тем, как проделать эту процедуру, для того, чтобы они не включались. Теперь можно включить девайс и посмотреть на экран. Вот и все. Не знаю, как там автофокус
Чисто и надежно, красиво. Ну, по крайней мере, какая-никакая защита от залетных таких царапин, ударов и механического воздействия на экран часов. Все, спасибо всем за внимание. Заходите на наш канал, узнайте много полезного и интересного. До новых встреч!